Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Богомолов Олег, я финансовый директор компании Монтарин. Сегодня мы с вами находимся в гостях у интернет-блогеров Алекса Рантье и Олега Ильича. Большое спасибо за теплый прием, как и база Маврикуль. И я хотел бы вам представить, познакомить вас с нашим руководителем Александром Марь. Александр, здравствуйте. Добрый день, Олег. Добрый день, уважаемые блогеры. С вами я познакомлюсь немножко попозже, видел вас на видео, все очень круто серфите. Расскажу кратко о себе. Родился и вырос в городе Москва, закончил МГУ, факультет экономики, и вся моя деятельность была связана всегда банковская сфера и финансы. В 2014 году, когда доллар вырос, рубль обесценился, мы решили, что самое время экспортировать наш продукт на рынке Азии. Поэтому придумали NutriTube, который вы сможете заказать на нашем интернет-магазине, который мы запускаем в конце этой недели. Будет демо-версия. Позже вы сможете сделать сразу предзаказ. И кто закажет в конце недели, предзаказ сделаете и получите уже нашу продукцию в конце месяца. Это максимум. Попробуйте. Увидите, чем мы торгуем. А сейчас, скажу так, все остальное и более развернутое мы расскажем позже, в более официальной обстановке. А сейчас был перелет очень долгий, хочу отдохнуть. Рядом со мной есть серферы, которые катают. Сейчас ветер, мы хотим отдохнуть, познакомиться. Все остальное, все позже. Поэтому спасибо. Всем хорошего отдыха. До свидания. До свидания.